Здравствуйте! В прямом эфире «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Мурат Джанкиозов. Накануне в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с заместителем председателя правительства России, куратором Северокавказского федерального округа Александром Новаком. Рашид Тимрезов доложил вице-премьеру о 5 прорывных проектах, включенных в модель социально-экономического развития Карачаева-Черкесии в сфере туризма, садоводства, развития зеленой генерации и добычи полезных ископаемых. Глава республики обратил внимание куратора РСКФО на то, что в регионе активна инвестиционная деятельность. Среди крупных инвесторов – группа компаний «Домате», реализующая в регионе крупный проект по производству баранины. Сегодня наш главный ориентир – максимальное использование собственных ресурсов для производства местной импортонезависимой продукции, подчеркнул Рашид Тимрезов. Республиканский перинатальный центр посетили ведущие специалисты педиатрического университета. Петербургские эксперты провели аудит медицинских учреждений Карачаева-Черкесии. Рабочий визит запланирован главным неонатологом страны, ректором педиатрического университета Дмитрием Ивановым по поручению Минздрава России. Подробнее в репортаже Карчи Биджиева. Карачаево-Черкесия станет третьим в очереди выездов по СКФО группы специалистов, которую возглавил проректор университета по лечебной работе и национальным проектам Юрий Петренко. Вместе с ним оценил работу Республиканской детской больницы и перинатального центра Юрий Александрович, проректор по послевузовскому дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета. По итогам аудита совместно с региональными коллегами петербургские специалисты разработали план мероприятий для повышения качества работы медицинских учреждений республики. Совместная работа с регионами чрезвычайно важна для совершенствования здравоохранения, отметил Юрий Петренко и добавил, что педиатрический университет готов оказать самую широкую помощь медучреждениям страны для достижения общей цели и сохранения здравоохранения детей. Основные вопросы, которые мы будем обсуждать с коллегами, это качество оказания медицинской помощи и те проблемы, которые существуют на различных этапах оказания помощи новорожденным детям, детям до месяца и детям до года. Под руководством Дмитрия Иванова, ведущий эксперта педиатрического университета, старейшего вуза и одной из крупнейших клиник страны, ежегодно посещают более 40 регионов России. Регулярно проводятся телемедицинские консультации. В регионы вылетают лучшие врачи педиатрического университета для оказания помощи на месте. При необходимости маленьких пациентов госпитализируют в клинику педиатрического университета Санкт-Петербурга. Есть у нас и условия, и знания, и самое главное, цели и задачи, которых мы должны достигнуть, еще более снизить младенческую смертность, чтобы наши мамочки, наши детишки чувствовали себя в безопасности. Суть этих телемедицинских консультаций заключается в том, чтобы облегчить и помочь в диагностике сложных состояний, отобрать пациентов, которые нуждаются в более высокоспециализированной помощи, которая в регионе не проводится. И по согласованию такие пациенты транспортируются уже, следовательно, к нам, в медицинский университет, там оперируются. Педиатрический университет – крупное федеральное учреждение, в составе которой одна из крупнейших детских клиник страны курирует работу сети перинатальных центров по всей России. С 2019 года является национальным медицинским исследовательским центром по профилю педиатрия. Карча Биджиев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. С 11 мая в России начались ежемесячные выплаты пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер помощи в каждом случае индивидуален и зависит от среднедушевого дохода, который не должен превышать сумму прожиточного минимума на одного человека. На что могут рассчитывать малоимущие семьи Карачаева-Черкесии, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. Жительница аула Малозеленчук Ильза Братова – мама четверых своих детей. Еще 7 десятков малышей она как педагог воспитывает в дошкольном учреждении. Условиями проживания не жалуется, но говорит, для большой семьи любые финансовые поступления лишними не будут. Поэтому, узнав о новой ежемесячной адресной выплате от государства на детей от 8 до 17 лет, решила подать заявку через портал госуслуги. 1 мая подала заявку. Я удивилась, сразу же мне пришло о том, что
Заявка принята, и 3 числа мне пришло уведомление, что мне одобрили выплату на 100%. На вот старших детей, на Алима и на Амину, мне одобрили выплату на 100%, то есть по 12 тысяч на каждого ребенка я получаю. Вчера, буквально вчера, мне пришли выплаты на обоих детей за 2 месяца. Младшему из детей семьи Братовых Ибрагиму всего 3 года, однако он с интересом изучает медицинский справочник о лекарствах. Родные говорят, что врач в семье всегда пригодится. Старший Алим мечтает стать программистом. У каждого свои интересы, возможно, понадобятся дополнительные школьные принадлежности, развивающие игры и многое другое. А потому предоставляемая помощь будет как нельзя кстати. И очень хотелось бы выразить благодарность президенту нашей Российской Федерации за помощь многодетным семьям, за такие выплаты, за то, что помогает. К слову, Пенсионный фонд России приступил к приему заявлений на получение пособий на детей от 8 до 17 лет с 1 мая. В Карачаево-Черкесии этим правом воспользовались более 15 тысяч семей. На сегодняшний день уже рассмотрены и одобрены около 2,5 тысяч заявлений, по которым с 11 мая начали поступать выплаты сразу за 2 месяца – апрель и май. Выплата устанавливается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьям, где средний душевой доход ниже прожиточного минимума на человека. При этом оба родителя имеют заработок или объективные причины его отсутствия, и имущество семьи соответствует требованиям, установленным законодательством. Родители имеют возможность обратиться за адресной помощью до 1 октября текущего года. Срок рассмотрения заявления составит 10 рабочих дней. Если для ответа потребуется дополнительное время, обратившийся за помощью получит уведомление о продлении срока. В Карачаево-Черкесии размер пособия будет составлять от 6 до 12 тысяч рублей. В случае, если гражданам требуется консультация специалистов Пенсионного фонда, они могут позвонить на телефон горячей линии 8 800 600 0291 в рабочие дни с 8 до 17 часов. Артур Мухце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 924 человека. Из них 44 677 выздоровели, 12 человек госпитализированы. МЧС информирует, в период с 13 по 15 мая в горах выше 3000 метров лавина опасна. Сейчас время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6. В северных и центральных районах местами будут заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов мороза. В горах до минус 5, а днем 17-22 выше нуля и местами до плюс 12. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 19-21 градусов тепла. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Предупредить значит спасти. В управлении ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии прошла презентация документального фильма, который раскрывает основные причины дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине малоопытных водителей. По задумке создателей, лента должна стать учебно-методическим пособием для всех автошкол республики. Ахмат Халкечев подробнее расскажет. Идея создания документального фильма, который по задумке авторов должен быть просветительского характера, зародилась после детального анализа целого ряда дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей со стажем менее 2 лет. Так, в 2021 году на территории республики произошло 32 ДТП именно по вине малоопытных водителей. В них 47 человек получили увечья различной степени тяжести, и что особенно прискорбно, один человек погиб. Чуть лучше статистика текущего года, но тоже заставляет задуматься. За неполные 5 месяцев по вине данной категории водителей произошло 7 ДТП. Летальных исходов, к счастью, нет. Главный результат – это то, к чему мы стремимся. И именно такие формы мероприятий
в наибольшей степени позволяют достичь конкретного результата. Сегодня наша с вами задача расширить кругозор будущих участников дорожного движения путем знакомства с актуальными проблемами. Документальный фильм создан во взаимодействии управления ГИБДД с отделом информации и общественных связей Министерства внутренних дел Республики. В ленте идет детальный анализ факторов, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям и нюансов, которые влияют на тяжесть последствий. В данном фильме мы постарались отразить основные ошибки, основные нарушения правил дорожного движения, которые допускают водители, и к каким последствиям это приводит. Ну и также, мне кажется, будет интересная информация, и будут изложены материалы в этом, обозначены наиболее аварийно опасные участки, которые у нас на территории республики имеются. Ну, для наших водителей, я считаю, будет это интересно, и для учащихся, которые кандидатов в водители, они уже будут заранее на этих участках, допустим, наиболее внимательны. Как поделились создатели картины, фильм будет использоваться в автошколах в качестве учебно-методического пособия. Соответствующие договоренности с региональным Минобром уже имеются. Хочу вас поблагодарить за эту работу. Без взаимодействия, без совместных усилий в этом направлении невозможно проводить какую-либо работу. И наша совместная задача предупредить. Как педагог хочу сказать, что предупредить, предостеречь, провести профилактику, повторить. Этого не бывает много, это не бывает лишним. Как нам поведали авторы фильма, в планах подготовить еще одну ленту, но уже для учащихся общеобразовательных школ. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. В Карачаевске появилась аллея памяти и славы Карачаево-Черкесского госуниверситета. Сотрудники КЧГУ, студенты и жители города посадили более 130 саженцев сакуры вдоль университета. Помимо этого, установили информационные стенды в память о героической истории преподавателей и студентов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В памятном мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. На аллее памяти и славы представлены имена людей, кто внес свой вклад в становление и развитие университета, многие из которых героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сотрудники и студенты КЧГУ в ходе поисковой работы узнали имена тех, кто работал в стенах вуза в послевоенные годы. Многие из них были отмечены орденами Красной Звезды Отечественной войны и даже медалями за отвагу и за взятие Берлина. И это подтверждает их героическое военное прошлое, отмечает собравшийся на открытии аллеи памяти. Исполняющий обязанности мэра Карачаевска Марат Урусов высоко оценил работу коллектива госуниверситета по сохранению бессмертной памяти героев нашей страны. Мы просто обязаны сохранить память о Великой Отечественной войне, защитить историческую правду и максимально полно донести подрастающему поколению всю объективную информацию. Сотрудники КЧГУ имени Умара Алиева, которые долгое время проработали в стенах университета, поделились рассказами об истории зарождения и становления вуза. Гости памятного мероприятия, представители Росмолодежи, Министерства образования и науки России, поприветствовали всех участников акции. Нам важно, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя, свои мечты, свои возможности в нашей стране. Карачаево-Черкесский государственный университет, он является актором в работе с молодежью республики. Для нас, студентов, стало важным открытием биография наших славных преподавателей, которые героически защищали родную землю от фашистских захватчиков. И наша задача сегодня сохранить память о них, отмечают студенты. Мы очень рады, что смогли внести свой вклад в создание аллеи, которая посвящена великому подвигу и бессмертной славе героев. И хотим отметить, что для нас это не только бесценный опыт, а большая честь. История вуза неразрывно связана с жизнью Карачаевска, отметил ректор КЧГУ Талсултан Узденов. Аллея памяти и славы Карачаево-Черкесского государственного университета – это аллея памяти и славы нашего родного города, нашей родной республики. После все собравшиеся посадили саженцы сакуру вдоль территории университета. Важно отметить, что аллея памяти и славы была разбита на пожертвования коллектива вуза и жителей города. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего вам доброго и до встречи.